авиакомпаний, где мы представили уникальную возможность, раскрыли весь необходимый потенциал для открытия прямого авиасообщения по данному направлению. Опять же, к сожалению, в авиационном мире решения не принимаются очень быстро. То есть это кропотливая работа по анализу емкости рынка, его структуры, его конъюнктуры, как он работает, как он взаимодействует. Да? То есть какие могут быть риски там, внешнеэкономические, внутриэкономические. Будет ли внимание анализируется, и затем авиакомпания также проводит ряд упражнений, связанных там, с аналитикой, да, и просчетами перспектив развития этой авиакомпании. После этого только мы можем приступать уже к окончательной там, фазе переговорного процесса по открытию рейса. Поэтому мы сейчас в начале этого пути, и по этому направлению ведутся работы, ведутся консультации. Практически все те направления, по которым летают или передвигаются другими видами транспорта наши горожане, мы это все знаем, мы это понимаем, мы знаем, по каким принципам это все определить, этот спрос, и какие направления действительно могли бы быть спросовыми, и какую авиакомпанию под это направление можно было бы завести. Работа продолжается, еще раз повторюсь, что мы уже там Вильнюс открыли, и по другим направлениям в этом регионе также ведется работа. Если компания находит, что здесь спрос действительно потенциальный трафик, она принимает решение об открытии. Щодо кількості пасажирів, наскільки от вона збільшилася за от останній рік, скажімо? По итогам 2018 года мы обслужили 400 326 пассажиров. По ожиданиям на этот год, с учетом того, что предприятие не работало полтора месяца, мы закрывались на ремонт, мы ожидаем выполнить показатели пассажиропотока порядка 430-450 тысяч пассажиров. То есть 400, там, свыше 400 тысяч. Для авиационного мира, для рынка пассажирских авиаперевозок это считается достаточно динамичный устойчивый рост. И эта тенденция продолжается, и мы работаем над тем, чтобы нарастить существенно пассажиропоток. Для этого строится новая инфраструктура, для этого, скажем, эти все процессы на контроле городских властей, на контроле лично мэра Запорожья, чтобы достичь отметки, там, скажем, для нас такой, скажем, психологический, да, стратегический уровень, это отметка где-то 1 000 000 пассажиров в год. И мы к этому идем. Чи очікуєте ви, що от з новим терміналом, залученням нових рейсів, нових авіакомпаній, мешканці інших регіонів будуть приїжджати до Запоріжжя, аби літати світом? Безусловно, рабочая зона нашего предприятия составляет радиус порядка 250-300 километров с населением 4-4,5 миллиона человек. И в этот ареал, да, в эту рабочую зону подпадают не только Запорожская область, но также и близлежащие регионы, соседние области. Уже сегодня услугами нашего аэропорта, помимо горожан, и жителей области пользуются также жители Днепропетровской области, жители Донецкой области. Этот процент растет. Если по Днепру мы понимаем, что это порядка 25% нашего пассажиропотока, это люди, которые путешествуют, то есть проживают в Днепре, путешествуют, начинают свои путешествия из нашего аэропорта. На сегодняшний день также и увеличивается число пассажиров, которые проживают и в Донецкой области, и в других ближайших регионах. Центром міста. Журналісти «Акцентів» поспілкували з начальником управління з питань транспортного забезпечення Олександром Власюком та дізнались, коли нові автобуси з'являться на дорогах Запоріжжя. Давайте послухаємо. У нас вже там є з'єднані маршрути з аеропортом, це маршрут номер 4 і 37, але зараз, після того, як ми провели конкурс у 2018 і 2019 роках, ті результати, які ми б хотіли, ми не досягли. Тобто, згідно з програмою, у нас там повинні працювати сучасні нові автобуси. Але, на жаль, у наших перевізників немає таких сучасних автобусів. Тому зараз у наших планах, після відкриття нового терміналу, і це доручення нам дав міський голова, тобто після закупівель автобусів, які нові, сучасні для комунального транспорту, ми будемо їх включати в конкурс і проводити конкурс вже згідно з тою програмою, яка у нас була прийнята ще в 16-17 роках. Тобто, згідно пасажиробстеження, там повинні працювати великі сучасні автобуси, чим ми зараз і займаємось. Тобто, маршрути, якби у нас використовувати будуть ті, що є, але будемо деякими, може, коректуваннями вже в центрі міста. Міста
садів і огородів. Тобто, і зараз ми з електротрансом передивляємося, чи є така можливість, чи хватить, вистачить нам існуючих автобусів. Якщо нам все буде вистачати, і ми будемо, тобто не порушувати ніяких норм виходу на лінію, то я думаю, що до нового року може і запрацювати новий маршрут. Повертаємось в студію Аксентів. Отже, Олександр Власюк каже про 4 автобуси, які можуть запустити вже до нового року. На вашу думку, цього достатньо? Это уже отличнейший старт, это отличное стратегическое решение. Кстати, совсем недавно оно обсуждалось на нараде с городским головой. Его позиция была прикована к тому, что необходимо не просто обеспечить транспортное сообщение с аэропортом, да, новыми современными автобусами для того, чтобы жители и гости города могли добраться в аэропорт общественным транспортом, но в том числе и для обслуживания интересов сотрудников предприятия, которые там работают в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. И порой, конечно, мы не скрываем того, что ранее были определенные проблемы, связанные с возможностью добраться до аэропорта в любое время суток. И мы очень рады тому, что и этот вопрос привлек внимание не только городского голову, но и нашел отклик у нашего управления транспорта и связи. И на сегодняшний день прорабатываются такие вопросы, достигнуто решение. Я убежден, что такой режим, что подрядчик выполняет взятые на себя обязательства в рамках договорных условий. К концу года закончатся строительные работы. Мы сможем с уверенностью перейти в пусконаладочные работы, в тестовую эксплуатацию и затем в полную операционную деятельность. Это займет какое-то время. Но, тем не менее, до конца года работы будут выполнены. И на сегодняшний момент уже заканчиваются работы по внутренней отделке. Заканчиваются работы по благоустройству привокзальной площади терминала. Практически закончены уже все работы и проведены пусконаладочные работы по вспомогательной инфраструктуре. Это насосная станция, это электроподстанция, это котельная. Как мы с вами помним, каждые 2 недели практически проходит выездное совещание мэра, и он лично контролирует ход строительства и выполнение работ. Мы также говорим и о подготовке инженерной системы, да, и экосистемы аэропорта. Я думаю, что это уже вопрос буквально там считанных там месяцев, сейчас месяца, да, там полтора, чтобы уже войти в окончательную фазу и подготовить объект к эксплуатации. До речі, ми ще маємо коментар міського голови стосовно термінів завершення будівництва у Запорізького аеропорту. Давайте послухаємо. Я вважаю, що всі основні загальнобудівні роботи, як я вже і казав, будуть закінчені в грудні, і будівництво ми закінчимо за 2 роки на сьогоднішній день. Сьогодні залишилися роботи по встановленню вже обладнання, там і багажного обладнання, яке вже отримали. Сьогодні ви бачили, що і вже карусельні так звані двері, одні вже встановлені, інші монтуються. Сьогодні ми бачимо благоустроєну, ну може ще не зовсім, але вже вирисовується такий, чи вимальовується такий вже вигляд на, скажем, території, яка буде кругом, тут і допоміжні споруди наші, і насосна, і пожарна сигналізація, пожарне тушіння, пожаротушіння і котельня. От в підвалі сьогодні закінчується встановлення індивідуального теплового пункту, який дасть змогу регулювати при тих чи інших, скажем, погодних умовах газ, який буде споживати, і, звісно, це дасть економію дуже велику для аеропорта і для цього терміналу. В принципі, всі документи по всім допоможним спорудам на сьогоднішній день всі готові. Закінчимо будівництво в цьому році. Далі піде, як кажуть, тестова така наладка обладнання того, що там буде, і потихеньку будемо його запускати. От. Дуже це така велика, кропітка робота, щоб всі розуміли.
зрозуміло, це яка мапі світу. Тривають акценти. Отже, згадав міський голова про авіаперевізників. Якісь відгуки вже залишали від нового терміналу, який вже є, якесь обличчя у аеропорта є вже? Каждое посещение представителей авиакомпаний аэропорта и, естественно, здания нового терминала, они видят, какими темпами идут работы, к какому результату мы стремимся и как мы мотивированы на то, чтобы как можно быстрее запустить терминал, конечно, их удивляют. На сегодняшний день в Украине так быстро не развивается ни один крупный инфраструктурный проект, как в Запорожье. И это не скрывают, и во время деловых встреч отмечают все представители авиакомпаний. Также другим элементом, который вызывает удивление, восхищение и позитивные отзывы от авиакомпаний, также и проведение работ, связанных с капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и техническим переоснащением. Хочу сказать, что практически за 45 дней были выполнены масштабнейшие работы, связанные с капитальным ремонтом нашего аэродромного комплекса. Работа велась круглосуточно, что позволило нам не просто вложиться в срок, снять существенно ограничения по пропускной способности аэродрома, повысить его качественные показатели и характеристики, что дает возможность принимать более вместимые